Яркие скамейки, символизирующие город детства, пришлись по душе туристам. Точно такие же ранее установили возле цветочных часов. Таким образом, выполняется поручение главы города – создавать на курорте различные малые архитектурные формы, которые будут радовать анапчан и отдыхающих, а может и станут своеобразными достопримечательностями курорта. Центральная набережная, она как бы у нас творческая. Там много художников, которые как бы показывают свое творчество. Мы решили отойти от этих уже приевшихся диванов, что-то сделать эксклюзивное, творческое. Вот определились сделать карандаши. Мне кажется, хорошо смотрится. Всего на набережной установили 4 такие лавочки. Однако работа над обликом курорта не заканчивается. Подобные оригинальные объекты должны появиться в других частях города.